пожалуйста. Красавчик, да, мам? Тебе нравятся такие мужчины? Ну, чего тут красиво? Как что, все? И лицо, и одежда, и душа, и мысли. Ой, так, дочка, давай. Все эти романтики только в телевизоре хороши. А в жизни? В жизни решаются другие параметры. Какие? Чтобы мужчина был не болтун, чтобы ответственности не боялся. Угу. Чтобы за слова отвечал. А вот эти вот романтики, говоруны, от них лучше подальше уже не держаться. А по-моему, в молодости ты думала совершенно по-другому. А молодость — это пара ошибок, моя дорогая. Робров и ошибок, и свершений. Посмотри, какая у тебя красивая дочечка выросла. Ты моя золотая. Вау. Это самый эффектный поцелуй в моей жизни. И что бы это значило? К нам кто-то спешит. Если считать, что упала штора, то женщина. А если карниз, то мужчина. Так, ну что мы теперь делать-то будем? Может быть, этот мужчина с дрелью придет? Слушай, а дрель-то у нас, кстати, есть. Ага, ты же держи. Есть. Так. Опа. Ну вот. Мам, а ты хоть представляешь, как ею пользоваться? Не, ну приблизительно. Я знаю только, что вот надо вот куда-то вот упереться. Мам, давай лучше Славику позвоню. Да, и ты прям думаешь, Славик прибежит, нам сейчас карнизы вешать. А это смотря как позвать. Алло. Да, привет. Я тоже. И я тебя... кстати, ты сегодня свободен? Просто настал тот момент, когда ты мне нужен как мужчина. Все, целую, пока. Уже летит. Привет. Привет. Я так торопился. Спасибо. Подожди, не здесь. Мама, это Славик. Здравствуйте. Мы вас очень ждали. Держите. Здрасте. Понятно. Пожалуйста. Ну, я, пожалуй, кофе вам пока сварю. А я тебе помогу. Так, давай. Тебе удобно так держать? Держи, помощница. Вот так. Да, держи. Алло? Ларик, привет, привет. Да это у нас дрель шумит. Карниз чинят. Кто? Мужчина. Черт, держи. Слушай. Крепко, какая да, стена-то? Да он мне в сыновья годится. Большая разница. Карниз, давай. Слушай, ну я тебе потом расскажу. Это Дашин друг. А куда? Вон туда, давай. Я тебе только так? прошу об одном. Пожалуйста, завтра не опаздывай. Ой. Потому что мне вообще за тебя голову оторвут. Осторожно. Лара, у нас что-то упало. Вы только не волнуйтесь. Я сейчас все поправлю. Надо же было упереться во что-нибудь. Угу. Ах, Даша. Давайте лучше пить кофе. Хорошо, молодцы, опустились, и раз, хорошо, молодцы, давайте еще раз, опускаемся, руки в стороны, так, молодцы, молодцы, еще раз, так, опустились, и в стороны, и вылет.
Привет. Ну, как твоя вода? Спасибо. С хлоркой все сложилось. Как твоя тренировка? Тоже неплохо. Я поронял, меня пороняли. Зато зарядился на целый день. Слушай, любимый, давай заскочим куда-нибудь в кафе. Я жутко проголодался. Не-не-не, мне опаздывать нельзя, особенно сегодня. Что, ваш тараканыч опять зверствует? Угу. Ты знаешь, такая примета у нас есть в нашем коллективе. Если наш начальник приходит в рубашке цвета бешеной лососины, то спасайся, кто может. А вот если бы ты работала у меня, то я бы тебя спас. Угу. Если бы я у тебя работала, ты бы вообще не работал. Ну что ж, такая опасность действительно существует. Да. Ну вот, приехали. Ну что, до четверга? До четверга. Все, ну пока. Давай. Доброе утро. Здравствуйте. А так, а что, Лариса еще не пришла? Голубушка, когда Лариса Михайловна приходила в 9, дай бог к 10 появится. Ну да. Ну, держитесь. Привет. Тараканыч в любимой рубашке. И не надо дергать меня по пустякам. Доброе утро. Доброе утро. Доброе. Угу. Угу. Так. Вероника Александровна. Да. Перед летучкой список всех опоздавших вашего отдела ко мне на стол. Так без пяти только, Тимур Тарханович. Через 5 минут и положите. Хорошо. Успела. Смело. Стой! Чего? Юбку забыла. А? Юбку забыла. Тихо, тихо, тихо. Иди сюда. Иди. А почему списка нет? Тимур Тарханович, так опоздавших нет. А почему сотрудники в верхней одежде? Болеют, знобит. Больные дома сидят. И что? Что теперь делать? Я буду целый день в пальто сидеть? Зачем пальто? Без него гораздо лучше. Ладно, ну уходи, насоветуют. Слушай, я сейчас дочке позвоню. Ну, конечно, 42-й тебе никак. Ну, может, она что-нибудь у бабушки присмотрит? Отдельное спасибо за бабушку. Привет, бабушка. Ой, здравствуй, дорогая. Здравствуй. У тебя что, опять форточка? Да, пары нету. У тебя что, кофе сбежал? Да вот, чтоб не сбежал, и хожу с ним туда-сюда. Мудро. Не то, что мы с мамой заболтаемся, а он уже и... Кофе будешь? Да. А может, тебя покормить? Ты обедала? Да. Прошу. Спасибо. Ты знаешь,
отличная кофейная маска. Ну, тебе, конечно, еще рано, а вот маме твоей пора собой заняться. Так она вроде занимается, в бассейн по утрам ходит. Да я не про то. Замуж ей надо. Я уже надежду потеряла. И напрасно. Если мама не может устроить своего счастья, ей надо в этом помочь. Бабулечка, обычно взрослые считают, что счастье в детях. Дети – это вечные проблемы. Вечная головная боль. То ли дело, внуки. Отлично, давай тогда счастливим маму внуками. Типун тебе на язык. Я еще слишком молодая для того, чтобы стать прабабушкой. А вот маме надо помочь. Ей надо найти правильного человека. Не знаю. Мне кажется, тут невозможно помочь. Вот появится правильный человек, тебя торкнет. И нашлась твоя половинка. Надо только дождаться и не суетиться. А тебе пришлют. Наверное, пришлют. Только надо внимательно следить за почтой. А то можно прозевать посылку. Ну, все в порядке. Я сейчас. Угу. Танцы? Естественно. Лев Семенович разбил радикулит, и теперь у меня новый партнер. Совсем мальчишка. Ему еще 60 нет. Не такая у вас с ним большая разница. Ну да. Так он мне уже объяснился в любви. Ой, бабулечка, бабулечка, ну какая же ты у меня легкомысленная, а? Прям вертихвостка. Ах, Дашенька, я так мало кокетничала, так мало флиртовала. Мы с дедушкой кроме работы ничего не знали. По полгода в экспедициях. Тайга, пустыни, горы. В то время я мужчин не замечала. Их так много было вокруг. Но кроме деда, мне никто не был нужен. А сейчас последние действия моей пьесы. Мой бал. Танцы, ахи-охи, страсти, мордасти. Дашенька, ведь каждой женщине, независимо от возраста, нужно это. А у меня накопился дефицит. Да. У меня тоже своего рода какой-то бал, но я совершенно не понимаю, что мне нужно. Точнее, понимаю, но думаю, что знаю. А потом оказывается совершенно не то. Ба! А вдруг он так никогда и не торкнет? Торкнет. Непременно торкнет. Кстати, о маме. К нам на занятия приходит дама. Алевтина Петровна. Ну, танцует она неважно, но зато у нее есть сын. И что самое интересное для нас, он холостой. К 40 не женился, никому не сгодился. Много ты знаешь. А может быть, ему не повезло. А может быть, времени не было. А ты знаешь, какая у него серьезная профессия? Он орнитолог. Кто? Орнитолог. Он пингвинами занимается. Оригинал. Отличная партия для твоей мамочки. Я уже обо всем договорилась. Выяснить нужно-то только самое главное – это в чем завтра Вероника будет в бассейне плавать. Угу. Я так неловок. Ну ничего, ничего. О, вот что значит. 100 лет в бассейне не был. 100? Очень хорошо сохранились. Да, наверное, сказывается пребывание во льдах. Вы что, с севера? Нет, я с юга, с южного полюса. Ну и как там? На Ой, замечательно. Даже уезжать не хотелось. Так оставались бы. Ой, вы, командировка кончилась. Я, знаете, орнитолог, занимаюсь пингвинами. Никогда не видела живого орнитолога. Левый, правый. Ой, безумно интересно. Вы знаете, пингвины – это вообще отдельный вид. Можно сказать,
просто мир. Вы знаете, пингвинообраз заключает в себе 16 видов птиц, которые не умеют летать, но плавают изумительно. Вы знаете, у них передние конечности преобразованы в ласты. А вот нижние конечности, три пальца, они снабжены плавательными перепонками и служат в качестве руля. А передние у пингвина имеют уникальное строение. Оно жесткое и плотное, и мешает проникновению воды. Сохранять тепло пингвину помогает очень толстый слой. Вы куда, девушка? Девушка, мы же тоже не познакомились. О, ну вы куда, девушка? Девушка, ну куда же? Ну подождите. Да мы с вами тоже не познакомились. Ну почему же? Мы с вами познакомились. Я достаточно много о вас уже узнала. Удивительный народ эти пингвины. Да. Ну кто же мог знать, что он такого маленького роста? На фотографии же не видно. Ну при чем тут рост, мам? Я тебя очень прошу, ну оставь ты эту дурацкую затею выдать меня замуж. При чем тут замуж? Я, как все родители, желаю своему ребенку только одного – счастья и благополучия. Мама, а почему ты думаешь, что счастье и благополучие обязательно связано только с мужчинами? А с кем же? Мам, ну с тобой, с Дашей, ну в конце концов с работой. Ты меня не путай и с темы не сбивай. Я решила с тобой поговорить совершенно серьезно о твоей личной жизни. Алло. Алло. Это вы, Федор Платоныч? Ну, не смогла, да. Я была занята. Любимая, поцелуй меня. Смотри на дорогу, а то мы вообще никуда не доедем. Да мы уже почти приехали. Вот эта улица, и вот этот дом. Приятель уехал на дачу, квартира до завтра наша. Очень хорошо, только до завтра нам не надо. Никочка, ну ты же знаешь, если б я мог. Да я знаю, знаю, я знаю. Хозяин просил туда не ходить. Там не убрано. Угу. Ты думаешь, здесь убрано? Ну, Ромыч дает. Ой, господи. Такое впечатление, будто он пару искал. Ну, судя по тому, что его сейчас нет, он таки ее нашел. Никушка, иди посиди на кухне, сейчас здесь все уберу. Не, на кухню не пойду. Вообще неизвестно, что там. Слушай, неужели вот так вот мужик каждое утро мается с носками? Была бы жена? Угу. Была бы жена, маялся еще бы и с женой. Нет, что ни говори, холостяку проще. Да, конечно, проще. Не надо убираться, не надо вот эту вот посуду мыть, за собой следить. Дома никто не ждет, не надо ни перед кем отчитываться. А главное, никто никому ничего не должен, никто никому не нужен. Чудно. Ты мне нужна. Угу. Только по четвергам. Из 6 до 9.
Ну, лучше пойди. Пойди ответь. Я так не могу. Извиняю сейчас. Алло. Да. Что-нибудь случилось? Да. И что, этот Костик тоже ездил? И что, Машка? Все, все, успокойся, я сейчас приеду. Все. Извини. Тебе нужно ехать? Да. У Машки трагедия. Безответная любовь, нервный срыв. Ты же знаешь, она с матерью практически не общается. Понимаешь? Понимаю. Вечно у меня какие-то проблемы. Нормальные семейные проблемы. Ты очень хороший отец. Ну что, пойдем? Тебя же ждут. Я слышал, завтра возвращается ваш партнер. Да. А что? Ничего, вы просто должны определиться. Завтра я определюсь. Вы меня мучаете. А ваша дочка с вами живет? Нет, зачем? Мы ей давно еще кооператив построили. Ага. А дочка ваша замужем? Нет. О, это хорошо. А она высокая? Чуть выше меня, на пару сантиметров. И что? Это ничего. В каком смысле? Ну, в смысле, что у меня есть сын, и он тоже не женатый. Работает орнитологом. Благодарю вас. Позвольте угостить вас шампанским. Прямо здесь? Ну, зачем же здесь? Я вас приглашаю в ресторан. Мерси. Осторожно. Благодарю. Хватит хандрить. Ты прекрасно знала, что он женат, что у него семья. Знала? Знала. Но я же ни на что не претендовала. Ларик, ты же сама знаешь. Поначалу кажется, что будешь довольствоваться малым, а потом этого малого так начинает не хватать. Угу. Слушай, потом все с самого начала. И ты на 20-м месте. И можешь встречаться с мужиком только тогда, когда у меня свободное время. А зачем он тебе постоянно-то? Ты замуж, что ли, за него собралась? Стирать носки ему хочешь? Оставь это счастливое занятие жене. Ты для другого. Ты у него для любви, понимаешь? Любовница называется. Ой. Слушай, Ларик, я тебе честно скажу. Ты знаешь, мне это так все надоело. Я не могу больше. Я не хочу больше, понимаешь? Вот эти красивости, вот эти слова, за которыми вот я поступков хочу, понимаешь? Настоящих мужских поступков. А то песни одни. И все хотят только одного. Не надо. Не надо мазать черной краской всех мужиков. Один надоел, оглянись. Посмотри в окно, там целый город мужиков. Они все разные, да. Все прекрасные. Угу. Просто надо отдохнуть от этого Егора. Отвлечься. Поэтому будем искать. Ларик, а чего искать-то? Мужика будем искать. Чего еще искать-то? Нет, я, пожалуй, забега выхожу. Здрасте. Пора остановиться. О. Знаешь, просто жить и кайфовать от жизни. Угу. Ты знаешь, я начну опять картины рисовать. Да, не веришь? А вот ты не знаешь, я в детстве, между прочим, рисовала. И мне все говорили, что я очень талантливая. Мне просто папа Суриковский институт не пустил. Да кто спорит? А ты что, думаешь, нельзя быть счастливой без мужиков? Да нафиг они вообще нужны? У меня дочка есть? Есть. Ника,
Тормози, Ника, ты паровоз, ты куда-то летишь. Ты что кричишь-то? Как можно без мужиков жить? Они для организма штука полезная, понимаешь? Угу, понимаю. Ты принимай мужика как лекарство. Рвотное. Ну, приступаем к плану. Пункт номер раз. Слушай, успокойся, давай лучше выпьем. Если мы выпьем, то будем повышать градус, поняла? Официант! Чего, решила меня споить? Я тебя решила вылечить. Приступаем к поиску мужика. О! Как все? Ну да. Давай лучше начнем с офиса. Там тоже кандидатура не ахти, но есть экземпляры очень интересные. Например, ты рассказываешь. А почему нет? А почему нет? Очень интересный мужчина, если присмотреться. Вот ты присмотрись. А я и присмотрюсь. Присмотрюсь, вот ты увидишь, он же человеком у меня станет. И выбросит эту рубашку лососевую противную. И наденет ту рубашку, которую я захочу, поняла? Ай. Тебе как цвет нравится, лимонный, например? Цитрусовый таракан. Так, Ника, вот наспор закадрю его. Вот увидишь, мужик будет мой. Это он? Положи быстро, быстро. Не трогать. Решили не брать трубку, значит, не берем, поняла? Ты чё шепчешь? А? Ты чё шепчешь? Тьфу ты! Я нервничаю, потому что... А нервничать мне противопоказано. Я знаю, что начинаю делать? Вот что. Напиваться. Идем. Что будешь? Коктейль. Коктейль и виски, пожалуйста. Ну и жара вообще, да? А? Привет. Привет. Это кто? Понятия не имею. Угу. Честно. Честно, я даже не знаю, кто это. Спасибо. Ты у меня самая красивая. Я выйду? Ладно. Да, мам. Да, мам, какой план? Да. Ну, мам, ну я услед. Мам, ну курсовая такая сложная. Да еще три чертежа осталось. Мамуль, ну не волнуйся, ну покормил меня, Свет, покормил. Боюсь, тут к утру справимся. Мамуль, ну не волнуйся, ты ложись. Да нет, ты меня не жди, ложись спать, мам. Пойдем. Ну, кого поняла. Я вижу? Дашка, привет! Чертят. Подожди, ты что, уходишь уже? Да, вроде хорошо, пора. Хорошо. Пожалуйста, оставайся, Сань, познакомься. Игорь, Вадик, Юля, а это моя подружка Даша. Здрасте. Ну, рубашка же у меня в комнате. Слушай, Дашка, оставайся давай. Да, у нас, хорошо, видишь, какая компания веселая. Да, давай. Да ну, нет, я не могу, мне заниматься. Дашка. Такой девушке ночью нельзя ходить по улице одной. Оставайтесь, Даша, а потом мы вас проводим. Честное слово. Ну, ладно, останусь. Сейчас только маме позвоню. Да все нормально. Даша, мам, ты чё? Кажется, вас зовут. А? Понятия не имею, кто это. Ну-ка, не трогай, положи. Да ты что, с ума сошла? Это Дашка. А, тогда ладно. Алло. Алло, Даша, у меня ты где? Только не говори, что дома. Мам, а мне интересно, где ты сама в 11:30 ходишь? А я что, перед тобой отчитываться должна? Да. Я, между прочим, вот сижу, волнуюсь. У бабушки. А, так ты у бабушки. Хорошо. Можно я сегодня у нее останусь? Пожалуйста, ладно?
Ну, конечно, можно, дочечка. Переночуй. У бабушки, да? Ты привет ей передавай. А вообще-то позови ко мне ее на минуточку. Она в ванной. Ну ладно, хорошо. Спокойной ночи. Скажи, чтобы она мне перезвонила. Слушай, какая у тебя заботливая дочка. Посмотри, на бабушку навещает. Очень-очень-очень замечательно, даже странно. Не подходит. Алло, мам. Мамочка, привет. А ты где? Я в ванной. В ванной? Ночью с мобильным? Не понимаю твоей иронии. Слышишь? Вода льется. Понял. Мамуля, а Дашка у тебя? Естественно. А почему она к городскому не подходит? Так ребенок же уже спит. Подожди, ну ладно, спокойной ночи. Так, все ясно. С моей Дашунькой она в ночном клубе. А вот где бабушка? Какая хорошая семейка, такая веселая. Кажется, поверила. Спасибо, можете врубать музыку. Как вам моя идея? Нет слов, одни междометия. Хорошо, что Дашка предупредить успела. А то, как в прошлый раз, еле-еле выкрутилась. А что такое? Звоню дочке сказать, что я остаюсь у подруги на даче. И вдруг узнаю, что, оказывается, я нахожусь в своей кухне вместе с внучкой и пью чай. Вы знаете, я никогда бы не мог подумать, что вы склонны к авантюризму. Вы так плохо обо мне думаете? Ну что вы, я вами восхищаюсь. Такси! Такси! Стой! На профсоюзную! Давай, вперед, залезай! И зачем я к тебе только потащилась? Потому что от меня ближе, и потому что у меня есть коньяк. Ой, не вспоминай. Господи, угораздило же меня проспать. Ну, конечно, с кем поведешься, с того и наберешься. Ну, конечно. Ты хоть будильник включала? Зачем? Я все равно его не слышу. Ой, господи, как ты встаешь, а? У меня и логические часы. Твои часы? Уже пора нести в починку. На что сейчас ты намекаешь? На твою безалаберность. Теперь из-за тебя мне попадет. Ой. Да ладно. Таракана чай я беру на себя. Ты не представляешь, какой ему артиллерийский удар приготовила. Ты забыла надеть блузку. Глупая, все продумано. Начальника я беру на себя, а клиента берешь на себя ты. Ой. А техпаспорт и гражданский тоже. Пожалуйста. Я ксерокопию. Сделай одну минуточку. Так, хорошо, спасибо. Распишитесь, пожалуйста, где птичка. И все? Да. Все готово здесь. В папке у вас страховой полис и брошюра с дополнительной информацией.
Так быстро? Да, тут немного работы. Вы настоящий профессионал. Спасибо. А скажите, а мог бы я вас еще чего-нибудь застраховать? Да, конечно. Вы можете застраховать у нас недвижимость, имущество, жизнь. Пожалуйста. Ну да, это я имел в виду. Что-нибудь от чего-нибудь. Ну, вы определяетесь и приходите. Давайте я приду завтра. Ну, приходите. Могу я вам предварительно позвонить? Телефон вашего менеджера в папочке. Моего менеджера, а вы? Я ее замещаю. Нет, я так не играю. Нет, я хочу именно у вас. Ну, сделайте мне исключение. Политика нашей компании – равные условия для всех клиентов. А я обещаю, я стану особенным клиентом. Оптовым. Я застрахую себя, свою галерею, своих сотрудников, машины своих сотрудников, коляски детей своих сотрудников, велосипеды, лыжи, ласты, коньки, кредиты, поставки, заказы. Ну, тогда, конечно, в таком случае вы можете претендовать на особые условия нашей компании. Вот об этом и речь, об этом и речь. Ну, давайте телефончик. Я же говорю, все необходимые телефончики в папочке. Вы всегда такая строгая и неприступная. Да. Всего доброго, Виктор Николаевич. Большое спасибо, что обратились в нашу компанию. До свидания. Будьте осторожны за рулем. Ресторан, клуб, театр. Шашлыки, в конце концов. Нет. Всего доброго, Виктор Николаевич. До свидания. Кстати, вы знаете, что Виктор в переводе с греческого означает победитель? Всего доброго. Вероника. Александровна. Да-да, конечно. О, прошу прощения. Это кто? Твой перспективный клиент. Холостой? Холостой. Мужик пошел косяком. А может, ты? Нет? Нет. Ага. Слушай, а где ты была-то? Чу. У Тимурчика. Да ладно, да ты что? Вот это темпы. Ты знаешь, у него такая, оказывается, тяжелая судьба. Ага. Так настрадался. А как мы от него настрадались? Потому что распустились все! Понимаешь? Ларик, ты че? Никто не работает! Один Тимур Тарханович! По-настоящему! Трудится. Ты что, серьезно сейчас вот это? Скоро он у меня в лимонной рубашке придет. Вот увидишь. Я подумал, зачем откладывать неизбежное? Мой рабочий день уже закончился. Отлично. Значит, я могу вас отвезти. Учтите, я далеко живу. Тем лучше. Прошу вас. Ну, прошу вас. Пожалуйста. Проходите. Прошу, прошу. Да. Конечно, прошу, аккуратнее, аккуратнее. Упомянули о картинах. Вы художник? Да нет, что вы. Я галерист. Выставляю картины, скульптуру, покупаю, продаю. Интересно. Знаете, у меня есть одна подруга, ну, хорошая знакомая. Так вот, она когда-то писала картины. Ну, вообще, ей говорили, что неплохо, и даже хвалили. Так вот... Она не знает. Вообще талант пропадает с годами? Или, ну, как бы вообще, можно определить, есть талант, нет? Ну, так трудно сказать. Надо картины посмотреть. Могу провести экспертизу.
для вас и вашей подруги бесплатно. Хорошо, спасибо. Я ей скажу. Ну, до завтра, да. Нет, не забуду. 8 часов. Ой. Ой. Спасибо, спасибо. И вам желаю удачи. Да. Угу. Да, ой. Ой, мясо горит. Господи, да кто же там? Ой. А, ну вот. Ой, Дашка, такие отношения утопила. Да нет, я дома, дома, приходи. Приходи, да, жду. Бабуля! Да, Дашуля. То, чего мы с тобой так долго ждали, свершилось. Америка вернула нам Аляску. Почти. У мамы появился настоящий мужчина. Вот уж новость. Ой, ой, забыла. Ой, ну что ж ты, голубчик, ой. Ну, еще чуть-чуть. Фантазийное у тебя меню. Ой. Да уж. Петр Платоныч, да? Голубчик, вы еще здесь? Конечно. Ой, извините. А ко мне внучка пришла. Да, 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 не забыла. Да? До завтра. Всего хорошего. Ну, не отвлекайся, рассказывай. У мамы что-то очень серьезное. Ну, слава богу. В доме стали появляться цветы. Ну, нормально для женщины. Подарили или мало ли что. Угу. Каждый день. Мама пишет картину. Маслом. Да, это серьезно. Ну, не обязательно любовь. Это еще не все. Ты можешь себе представить, чтобы мама перестала спрашивать, куда я иду, когда я вернусь, и надела ли я теплый шарф? Да. Небеса упали на землю. А я что говорю? Знаете, я вот приготовил... А что, Ларисы еще нет? Да-да. Ну, Тарханыч ее теперь точно уволит. Представьте себе, его тоже нет. Одним мы с вами работаем. Всем привет. 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 Так вот, я пообещал клиентам. Ты с ума сошла? Скидочку. Ага. Ну, может, женщина хоть один раз клиента, да? Сойти с ума. А? Да, конечно. Завтра. Всем доброе утро. Доброе, доброе утро. Утро. Доброе утро. Лариса Михайловна. Да? Зайдите минут через 5 ко мне, пожалуйста. А, да, обязательно. Обалдеть! Кто был этот романтичный юноша, смутно похожий на нашего начальника? Твоих рук дело. Друзья мои, это только начало. Да, алло? Нет, нет, не помешал. Бумаги все приготовить. Завтрак, 3 часа. Да. Успеешь, хорошо, конечно. Хорошо. Как договорились. Отлично. 6. Угу. Ну, пока-пока. Пока-пока. Это с кем это мы так воркуем? Ой, да ни с кем мы не воркуем, успокойся. Кстати, тот клиент, помнишь? Так, я пропустила все самое интересное, ну? Ничего ты не пропустил, у нас чисто деловые отношения.
О, я знаю эти деловые отношения. Как я за нас рада. Ну что ж, я пойду. Меня ждут. Мы тебя хоть до вечера увидим? Ну, как пойдет. Да, да. Тимур Тарханович, мне нужна ваша подпись. Ты знаешь, интересно. Очень интересно. Ну, никакой подруги художницы, разумеется, нет. Все это ты писала, правда? Ты знаешь, по картине всегда очень легко узнать художника. За холстом не спрячешься, нет. Это ты. Ты. Необыкновенно красивая. Глубокая. Смелая. Которая видит мир иначе, чем видят его другие. Которая находит красоту и силу. Там, где многие другие ее просто не замечают, да? И которая умеет любить, как никто другой. И которая поэтому боится полюбить сама. Да, это ты. А это можно посмотреть? Да нет, пока не надо. Знаешь, мне в детстве так нравился вид из этого окна. Там была такая перспектива на парк, а за парком высотка. И вот за эту высотку каждый вечер садилось солнце. А теперь поставили этот уродливый дом. Планировали не то институт, не то гостиницу. Так и не достроили. И он весь вид закрыл. Я по памяти как-то пытаюсь нарисовать этот пейзаж. Я вроде все помню. Поцелуй меня. Еще 2 недели назад я была уверена, что я никого никогда больше не буду целовать, кроме Дашки. Но это был бы страшный грех. Если уж ты наконец встретила своего мужчину, его обязательно надо целовать. Я твой мужчина. А дочь твоя когда возвращается? А, она у бабушки ночует. Что это? Подожди. Даша, ты же вроде у бабушки собиралась остаться. Я с Игорем поругалась. А какая тут взаимосвязь? Мам, самая прямая. У нас есть что-нибудь выпить? Ну, по-моему, нет. А что случилось? Да ничего. Я тебе одно могу сказать, что все мужики козлы. А за козла можете ответить, милая барышня. Ой. Хотя в чем-то вы, к сожалению, правы. Разрешите представиться. Виктор. А по отчеству? Просто Виктор. А, просто Даша. Очень приятно. Кстати, у меня есть. Выпить. Совершенно случайно. Виктор, галерист. Пришел посмотреть мои старые картины. Ну, пройдемте. Да. Ну и как вам? Ну, мне кажется, что это очень хорошая работа.
Может быть, немного непрофессиональные, но в этом-то их и прелесть. В этой непосредственности. Очень чувственные, свежие, хороший цвет, настроение. Я думаю, что я куплю их. Все. И, пожалуй, еще кое-что закажу. Для миланского вернисажа. Вау, и за сколько денег? Ну, Даша. Да-да-да-да. Да, я думаю, что это... Эту проблему мы обсудим с твоей мамой позже, а сейчас я предлагаю выпить за знакомство. Нет, я не буду вам мешать. Спасибо. Алло. Извини. Ну ладно, перестань. Все нормально. Красивая у тебя дочка. Здрасте. Какая неожиданная встреча. Какими судьбами? Да, здесь? Я вообще-то здесь учусь. Здесь? Да. Ну, по-моему, поздновато для лекции уже, а? Ой, ну у меня там проблемы с курсовой. А, понимаю, понимаю. Весна, поклонники. А тема курсовой какая? Вам это не интересно. Обмуровка котлов, тепловых электростанций. Почему не интересно? Обмуровка котлов? Я, между прочим, МАИ закончил. Да? Да, и у меня масса друзей-энергетиков. Могу помочь. Да, ну, не знаю. Мне как-то неудобно пользоваться мамиными связями. А зачем мы будем говорить об этом маме? Честное слово, мне это не составит никакого труда. Не-не, спасибо, я... Ну ладно, давайте мы сделаем так. Я вас подвезу, а по дороге мы все обговорим. Ну ладно. Привет. Здрасте. Твои-то тебя уже заждались. Атмосфера такая... Стоят друг напротив друга. Искры из глаз. Платоныч усами так страшно шевелит. Даже не знаю, как ты с ними справишься. Разберемся. У нас, между прочим, новенький. Кто такой? Ну, ничего, такой молодой. А, как говорят, еще не 60, но уже за 50. Так мы почти ровесники. Побежала. Стоят. Вижу, вижу. Дорогие друзья, позвольте представить вам новенького, Павел Андреевич. По традиции, на первый вальс вы сами можете выбрать себе партнершу. Вы свободны? Абсолютно.
разреши. А не пойти ли нам выпить, Федор Платоныч, а? Мне нельзя, у меня язва желудка. Так у меня тоже. Печень. А, пойдемте. Угу. Ой, звонок. Ой, Господи. Ой, извините, дочка. Алло. Мам, у тебя Дашки нет? А Даша должна быть у меня? Да нет, просто она из института должна была давно уже прийти. Ой. Ну ладно, мам, пока. Пока, пока. Ой, испугалась, что внучку заложу. Да, теперь только на работе можем с тобой поболтать. И то не всегда. Ну, ты ж понимаешь, у меня... Угу. Понимаю. Ну, все нормально. Но ты-то как? Варочка, мы обедать идем? Да, котик. Конечно, но только ты подожди меня пока в машинке, хорошо? Очаровашка, правда? Господи, я вот так люблю. У тебя-то как, все серьезно? Нет, ну, все нормально. Угу. Знаешь, так ухаживать он, конечно, умеет. Но что-то так странно. Угу. Раньше телефон обрывал, а сейчас к нему не дозвонишься. Значит, деловой мужчина. Занят. Угу. Да. А ты, Ник? А ты сама-то счастлива? А? Ты сама-то влюблена? Ой, ну не знаю я. Не, ну вообще он, конечно, меня зацепил. Угу. Но... Не знаю, не знаю. Ой, а если женщина говорит «не знаю», значит, это да, зацепил. Алло, Дашечка. Ну? Да ты что? Ну? Сдала? Чудно. Да ты умница моя. В 8 часов приду, отпразднуем. Угу. Целую, моя хорошая. Поздравляю. Сдала. Yes. Алло? Виктор Николаевич, здравствуйте, это Даша. Да, Дашенька, здрасте, я вас узнал. Как успехи? 5, представляете? Да что вы, рад за вас, поздравляю. Спасибо вам огромное, вы мне очень помогли. Да нет, это вы молодец. Слушайте. Это надо отметить. Не возражайте, сейчас за вами заеду. Ой, подождите, меня мама дома ждет 10. Может быть, вы подъедете к нам домой, мы там вместе все и отметим. Ну, а как вы себе это представляете? Мы же договорились, что я к вашей курсовой отношения не имею. Обещаю доставить вас домой лично. Ждите, я скоро буду. Обещали мне, что я дома буду ровно в 10. Ну, во-первых, посмотрите. Еще без 5. А во-вторых,
Мы же договорились перейти на ты. Минуточку. Я так сразу не могу. Хорошо, я подожду до твоего дома. Поехали. Испанская гитара. Прикольно. Ну, я пошла. Подожди, подожди. Подожди, сейчас закончится. Ты знаешь, в Испании я был на концерте Пако де Лусия. А кто это? Неважно. Ладно, спасибо большое, Виктор Николаевич, за прекрасный вечер. За курсовую я пойду. Подожди. Я понял. Я понял, почему ты до сих пор называешь меня на «вы». Ой. Выпить-то мы с тобой за это выпили. Угу. Но не поцеловались. Ты с ума сошел? Видишь, как мы быстро перешли на «ты». Ты что, не понимаешь? Что встретились мы с тобой не случайно. А как же мама? А что мама? Мама у тебя замечательная, но мама здесь совершенно ни при чем. Я твой мужчина. Да урод ты! Вот ты кто! Отвали от меня! Подожди, подожди! Даша, ты не поняла? Даша! Я все поняла! Убейся об стену, козел! Ты где задержалась? Случилось что-то? Да ничего, мамулечка. Мы просто с однокурсниками немного отмечали. Ну ладно, давай. Иди мою руки и пойдем на кухню. Не, ей совсем не хочется. Да чёрт, ну я же готовила, шампанское купила. Давай лучше сегодня пораньше ляжем спать, пожалуйста. Даш, да что с тобой? Мамулечка. Доченька. Ты мне такая самая красивая, самая хорошая, самая любимая. Дашунь, ну ты что, а? Ничего. Просто я люблю тебя очень, вот и все. Я тебя тоже очень люблю, мой хороший. Спокойной ночи, ладно? Спокойной ночи. Дашуня, вставай. Я уже ухожу. Алло? Алло, дорогая, привет. Да, привет. Не разбудил? Да нет, не разбудил. Я уже на работу спешу. Ну, встречаемся сегодня, как договорились. В 6? В 6. Ладно, хорошо. Договорились. Договорились. Пока. Это он? Кто он? Ну, Виктор твой. Да, что? Мам, ты его любишь? Дашка, ты такие вопросы задаешь с утра? Бросай ты до его, пока не поздно. Дашка, ну это мое дело. Да нет, мам. Это и мое дело тоже. Мне надо с тобой поговорить. В общем, вчера твой Виктор ко мне приставал. Что? Целоваться лез, понимаешь? Да, дорогая, что-то изменилось? Мне Даша? Да. Все рассказала. Ну, не обращай внимания, это юмор. Мам. Ты прости меня, пожалуйста, я всю ночь не спала. Я не знала, как тебе сказать. Нет, Дашка, это я сама во всем виновата. Опять на те же самые грабли наступила. Нет, это невозможно.
Так, это было в последний раз. Ага. У Павла Андреевича встреча по поздней дорожке. Теперь понятно, почему у Льва Семеновича пустые хлопоты, а Федор Платоновичу удар выпал. Ну все, давай теперь на твоего. Ага. Давай на твоего. Так, это мы так вот представим. Да, вот так. Ага. Так, ну, кто там у тебя? Славик? Игорь? Дима. Уже Дима? Да. Но я не успеваю запоминать твоих кавалеров. Бабуль, мне есть на кого равняться. И давно встречаетесь? Так, не очень. Он брат моего однокурсника. Ничего такой симпатичный. О, но скучноват немного. А ты молчала? А когда говорить-то? Ты то на танцах, то на свидании. Да и я, честно говоря, даже и маме про него еще не сказала. А тут торкнула? Ну ничего, еще торкнет. Дождешься. Да уж. А сейчас, девочка моя, отдыхай. А как там мама? Работа, мольберт, бассейн. Окно свое любимое занавесило, шторы, и глядеть в него не хочет. Может, ее познакомить с кем-нибудь? Ой, даже и пытаться не стоит. Ей теперь на мужиков параллельно. Ты думаешь? Уверена. Ой. Алло? Да, привет. Уже приехал? Все-все, бегу. Пока, папочка. Если что, я у тебя. Ну, пока, пока. Привет, мам. Привет. Поставишь, я тороплюсь. Угу. Дашка, ты не расскажешь, откуда у тебя такие дорогие букеты? А что плохого, когда девушки дарят цветы? Или только тебе можно, скажи мне. Не, ну ты вообще в курсе, сколько это стоит? Твой молодой человек что, ограбил казино? Ну, во-первых, мамочка, он не очень молодой. А во-вторых, казино он в основном выигрывает. А вот с этого момента поподробнее. У меня новый друг. Зовут его Дима, ему 33 года, он бизнесмен. Ты понимаешь, что он вдвое старше тебя? Мама, ну какая разница? Большая разница. Мне с ним интересно, он много путешествует. И к тому же, благодаря ему, весь наш курс едет в Лондон на стажировку. В том числе и я. У тебя с ним что? У меня с ним, мамочка, все. Кроме того, что ты подумала. Так, я хочу его видеть. Алло, Дим, мама хочет тебя видеть. 43, ключ, 11-12. Только, пожалуйста, не пугай его. Заходи. Вот. Здравствуйте. Здравствуйте, Дмитрий. Вероника Александровна. Вы Дашина мама? Да. А что, не похоже? Похоже, даже очень, просто... Просто наша мама очень молодо выглядит. Минуточку. Да, извините, я без цветов. Да не страшно. Я слышала, вы бизнесом занимаетесь? Я младший партнер в строительной фирме. Угу. Спасибо, что помогли Даше со стажировкой. Просто я умею оформлять заявки на гранты. Сам таким образом первый раз выехал за границу. Вот, показал технологию ребятам. Угу. Может быть, чай хотите? Мам, нет, мы пойдем. Спасибо. Спасибо за приглашение. До свидания. До свидания. Ну, заходите еще. Угу. Пока. Ты еще здесь? Я думала, вы уже давно уехали. Mm-mm. Тимурчик задерживается на встрече, я его жду. А ты тоже, я смотрю, никуда не торопишься. Ой, да дел так много накопилось. И потом, куда мне торопиться? Домой я всегда успею. Ника,
Но я себя так неловко чувствую. Правда. Чего? Мы хотели устроить твою личную жизнь, а? Так вот вышло, что устроили мою. Ну и что? Я за вас очень рада. Слушай, а давай куда-нибудь сходим вместе? Ты знаешь, у Тимурчика столько друзей, и, между прочим, очень много неженатых. Я тебя очень прошу, успокойся. Никто мне не нужен. Правда. Мне и так хорошо. И ты сейчас кого убеждаешь, себя или меня? Алло? Да, Даш, как дела? Задерживаешься? Слушай, ну а как я домой попаду? Я же тебе ключи свои отдала. Кто привезет? Ой, Даша, почему ты все время перекладываешь свои проблемы на других? Да ладно, хорошо. Хорошо, во сколько? Ладно, давай, пока. Дочка? Ой, Маша, растеряша. Ключи потеряла, вот теперь проблемы. О, ключи – это серьезно. Придется замки менять. Да, менять так все менять. О, Тимурчик мой приехал. Господи. Что такое? Случилось что? А, да показалось, машина похожа. Ой, какой мужчина, а? Держите меня, трое. Это что, твой, что ли? Дочкин. А, правильная дочка. Не то, что мама. Пока, дорогая. Пока. Здравствуйте. Здравствуйте, Вероника Александровна. Вот, Даша просила вам передать. Спасибо. Извините, что пришлось вас утруждать. Ничего страшного. Я сегодня абсолютно свободен. И если вы едете домой, я вас с удовольствием подвезу. Хорошо, не откажусь. Спасибо. Прошу. А что у вас за фирма, Дим? Где вы там младшим партнером? У отца строительный бизнес, и одна из фирм наполовину моя. Правда, дела приходится сейчас вести одному. Отец уже полгода в Египте. Хочет заняться отелями. Египет – это хорошо. Я там прошлой осенью отдыхала. Даже хотела нырнуть с аквалангом. Но чего-то испугалась. Почему? Плохо плаваете? Да нет, плавать я люблю. Даже каждое утро в бассейн хожу. В бассейн? Какой? В Сокольнике. Интересно, я сам в Сокольнике хожу. Как раз дайвингом там занимаюсь. Странно, да? И даже не встречались. А я занимаюсь там по вечерам, два раза в неделю, по вторникам и четвергам. Зимой мы тренируемся в бассейне, а вот на лето выезжаем на море, например, в Египет. Кстати, хотите попробовать нырнуть? Я даже не знаю. Давайте, у нас очень хорошая команда и опытные инструкторы. Ну, вообще-то можно попробовать. Я, кстати, и Дашку хотел туда подтянуть, но она воды как огня боится. Воды как огня, ничего. Да не вы правы, я тоже ее несколько раз уговаривала, она ни в какую. Ну вот и договорились, завтра в 7. Привет, ма! Даш, ты же вроде ключи забыла. Нашлись подкладки. Ну и хорошо, одной проблемы меньше. Зря только Диму гоняли. Давай мой руки за стол. Да, да, да. Да, кстати, ты знаешь, он нас в бассейн пригласил. Ой, мама, ну он же прекрасно знает, что меня не прикалывает дайвинг этот. А вот и зря. Он, между прочим, о твоем здоровье беспокоится. Вот сходи с ним сама. Там, кстати, много прикольных мужиков занимается. Может быть, с кем-нибудь познакомишься, не все же полотно для... Миланского вернисажа воять. Даша. Шучу, ма. Слушай, а как тебе, Дима? Ну, не знаю, в общем, положительный. И вроде не болтун. Да уж, не болтун. Ой, представляешь, очень деловой. Может, прямо из ночного клуба начать вести переговоры с Финляндией или там с Египтом. Толстые книжки читает. Мама, знаешь, что рассказывал? Он ездил летом на какие-то раскопки под Новгород. Это ж хорошо. Да, хорошо. Но скучновато, мам. А это потому, что другое поколение. Другие интересы. Он тебе-то как? Вроде нравится. Но вот здесь вот не торкнуло. Нет. Хотя девчонки завидуют.
Ну, если девчонки завидуют. Здравствуйте. Здравствуйте. Так вас увлекает дайвинг? Могу предложить индивидуальные тренировки? Да нет, я только пока посмотреть пришла. Да тут одни старики только занимаются, опытные. Кто сказал старики? Я тоже начинающая. Мама? Ты как здесь оказалась? А что такое? У меня теперь новое увлечение. Ты здесь с Федором Платоновичем? Я же говорю. У нас теперь с Павлом Андреевичем общие интересы. А. Класс! Ты как насчет индивидуальных тренировок? Подумайте. Молодой человек, это да. Вообще-то моя подопечная. Извините. Ни на минуту нельзя оставить. Вмиг уведу. Ну что, попробуем? Угу. Начнем потихоньку. Угу. А это моя мама. Правда? Да. Здорово. Ну что, начнем с азов? Начнем. Пошли. Привет, дорогая. Привет. Привет, моя хорошая. Ну, по какому поводу гуляем? Сейчас я тебе объявлю. Ты сидишь? Да. Угу. Тимурчик сделал мне предложение. Да ты что? Да, 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 да. Ларик, за это нужно выпить. Да. Надо выпить. И надо закусить. Поздравляю за вас. Да, спасибо. Поздравляю. Да. Ника, знаешь, как я хотела бы выпить по такому же поводу за тебя? Нет, сначала я Дашку замуж отдам. За того красавца? За такого красавчика я и тебя бы с удовольствием замуж выдала. Что такое? О, ну-ка, 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 давай, колись. Он тебе что, нравится, что ли? Ты что, с ума сошла? Я что, враг своей дочери? Так, все ясно. Хорошо, давай просто рассуждать гипотетически. Я не хочу рассуждать гипотетически. Я вообще не хочу ни о чем рассуждать. Я вообще ничего не хочу. Ты знаешь, ни охов, ни вздохов, ни поцелуев, ни этих страданий. Вообще ничего. Я прекрасно, Ларик, живу. Понимаю. Я опишу свои картины и кайф ловлю. А-а-а. У меня только одна единственная проблема. Мне мешает вот это вот окно и вот этот гребаный дом. Он меня все загораживает, и я никак не могу написать пейзаж, который за этим окном был. Я к окну подойти не могу, понимаешь? А так я прекрасно живу. И вообще мне никто не нужен. И вообще у нас очень большая разница в возрасте. Вот. Ты помнишь мужа моего первого? Он на 2 года был старше меня. Второй муж на 2 года был моложе. Но только дело не в годах. Мы просто на жизнь смотрели совершенно по-разному. Вот это и есть большая разница. Понимаешь? Димочка, спасибо, что подвезли. До вторника. Вероника, подождите. Я давно собирался вам сказать, но все никак не мог решиться.
Я вас люблю. Дима. Странно как-то. Я думал, что любовь — это что-то из старых книг, из кино. А оказалось, любовь есть в реальной жизни. Со мной это в первый, я уверен, в последний раз. Вероника, я хочу, чтобы вы стали моей женой. Я очень боюсь вас потерять. Я не представляю своей жизни, если вы мне скажете нет. А с Дашкой мы друзья, и я уверен, она все замечательно поймет. Нет, это... это невозможно. Мой ответ... мой ответ нет. Мамулечка, что творится-то? Представляешь, Дима официально попросил у меня твои руки и благословения. Господи, ты боже, я согласна. Я давно поняла, к чему у вас там все идет. Мамулечка. Муа. Папулечка. Муа. Ой, совет вам, да любовь. Это что за чемодан? А, это мне Дима дал в Лондон съездить, мам. Мы же через неделю улетаем. Через 9 дней, точнее. Мне надо собираться. Ну, не буду вам мешать. Я просила тебя, Дим, не приплетать сюда Дашку. И потом я тебе уже все сказала. Нет. И уходи, пожалуйста. Я буду тебя ждать. Столько, сколько понадобится. Я буду постоянно ждать твоего звонка. Телефон у тебя есть. Кроме того, каждый день с 8 утра до 9, когда ты уходишь на работу, я буду ждать тебя в машине у твоего подъезда. Тебе делать больше нечего. Могу я сейчас в день потратить на любимую женщину? Дима. Милый, это невозможно. Я тебя люблю. Я тебя жду. Thank you.
Даш, дом исчез. Чего? Ну, дом за моим окном, он исчез, понимаешь? Какой дом? Дашенька, да я тебе правду говорю. Пойдем, посмотришь, дом, который мне все закрывал, он исчез. А, это Дима. Как, в каком смысле? Я забыла тебе сказать. В каком смысле, Дима? Ну так, он там парк собирается строить. Он дом выкупил, разобрал, поломал. Он такой, да. Мама, у меня же сегодня самолет. Гоу, 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 Вест! В Лондон. В Лондон! Здрасте. Что такое? Здрасте. Здрасте. Как, вы еще не готовы? Где Даша? Даша! Надо выехать пораньше. Регистрация заканчивается за час до вылета самолета. Да, познакомьтесь, Павел Андреевич. Вероника. Здравствуйте. Здравствуйте. Я Даша. Очень приятно. Какая у вас дочь красавица. Угу. Вся в бабушку. Так, сумки готовы? Вот чемодан собран. Кофе будем пить в аэропорту. Такси вызвали? Сейчас вызову. Стоп. Такси не надо. Почему? Транспорт у нас есть. Дайте мне хотя бы причесаться. Откуда ты узнал про дом? Я про тебя все знаю. Как ты это сделал? Ты про дом? Это городская программа реконструкции. Я всего лишь подрядчик. Ты волшебник. Просто я тебя люблю. Ну что, мы едем в аэропорт? Регистрация на рейс заканчивается за час до вылета. Что ж теперь будет? Поживем, увидим.